Оце ми так часник сушимо. Жужа, та воно ж даве тобі. Ой, свірі, свірі. Это здесь ряд гороха. Сейчас я его уберу, положу, пусть высыхает. А здесь хочу ряд огурцов посадить. Болеют огурцы, они есть, но очень мне не нравится. Сейчас займемся. Это не жук колорадский, но неприятный насекомый какой-то. Ой, фу. Вонючка, наверное. Кинза еще не показывается. Черная редька. Отличная. Вечером полью. Дайкон полила. Не вылазит, не всходит. Завтра куплю другие семена. Эти у меня уже года три лежат. Ну, не думаю, что они должны испортиться. Ну, что-то не выходит. Укроп из аптеки поливаю, но что-то тоже не показывается. Завтра куплю еще семена. Хочу, чтобы молодой укроп был. Что-то из аптеки все порекомендовали. Но оно или чем-то обработанное, но почему-то вообще не всходит. На рассаду беру только вот эти первые кустики. Вот этот я отщипну уже. Здесь тоже удалила. Здесь надо убрать. Очень хорошая клубника, вкусная, большая, крупная. Я уже ее рассаживала, уже вся вот эта грядка была, но я ее укрыла нетканным полотном. Сама уехала, вовремя никто не открыл, и она там запрела. Но в этом году, думаю, все получится. Я никуда не еду, поэтому будем хозяйничать. Посеяла огурцы. Вон розовенькие семена. Титусы, чистые пруды. Сорт. Здесь ряд морковки. Шантане, какая-то ред, что-то еще там написано. Ну, я весной ее сеяла. Ой, нет, вот этот средний ряд, это брокколи. А вот здесь с краю шантане. Я ее сеяла весной. Она у меня вот, вот она какая. Я ее копаю. Она такого средненького размера, очень вкусная. Ну, в это время я никогда еще не сеяла. Жужа, ты тоже что-то сеешь? Говорят, что до осени можно получить урожай. Вот и проверим. Люблю эксперименты. Жужа, что там? Вот такая моя картошечка. 8 июля посажена. Сегодня хочу полить. Вот это помидоры, которые просто лишняя рассада была. И я ее здесь оставила. Смотрите, какие зеленые. Не болеют. Кучи растут. А вот
Ой, несчастная. Эти, которые холим и лелеем. Но я уже ничем не брызгаю, не будет. Что-то будет. Немножко есть зависть. Но вообще-то здесь непонятно, что все подряд растет. Какой сорт в этом году, все спутала. Ну, понемножку уже едим, что-то будет еще там, на той стороне есть. Ну, вообще-то, вот, уже я много вообще вырвала их, в смысле кусты. А здесь вот какие. Один другого поддерживают, и красота. Укроп что-то никак. Аптечный не хочет. Завтра куплю обычный в садовом магазине.